Здравствуйте! Есть люди, которые добиваются успеха, чем бы они ни занимались. Надеюсь, вы именно такие. В этом видео вы увидите, как можно стать лучшим работником в любой профессии. Будь ты бизнесмен, либо же простой дворник. Открывает подборку целая рота почетного караула. Возможно, эти солдаты не досыпали, свободное время посвящая тренировкам. И, видимо, не зря. Вы только посмотрите, насколько красивыми могут быть трюки с огнестрельным оружием. Особенно выполненные так точно, массово и синхронно. Если будете пытаться повторить что-то подобное, не используйте настоящее оружие. Всем известно, что есть профессии, в которых излишняя медлительность может исчисляться не секундами, а человеческими жизнями. Именно поэтому большую часть своего времени пожарники тренируются. А чтобы выяснить, кто лучше подготовлен, устраиваются различные состязания между пожарными частями города, страны, мира. К примеру, в этом видео парень за 7 секунд смог обезопасить себя, а за следующие 7 секунд поднялся по лестнице на высоту 5-го этажа. А это на секундочку целых 15 метров. Только представьте себе, всего за четверть минуты этот спасатель может спасти чью-то жизнь. Возможно, и не одну. Это воистину невероятный результат. Парень из этого видео просто гуру тесты. В таком темпе за день работы возле поверхности он смог бы накормить, наверное, больше 100 тысяч человек. Теперь, когда снова будете в Турции, обязательно попробуйте известный турецкий десерт из данного теста кадаиф. Кстати, ранее такие десерты могли есть только наложницы султана. Ставь лайк, если тоже любишь сладенькое. Пересматривая это видео, мне кажется, что этот парень скачал какие-то читы в свою голову. Только посмотрите, с какой скоростью и точностью он заливает тесто в эти ячейки. Это вообще легально? На такое точно можно смотреть бесконечно. Кстати, что бы это ни было, выглядит очень вкусно. Утилизация просрочки на складах продуктов питания – обычное дело. И как хорошо иметь в подчинении такого работника. С ним утилизация просрочки пройдет быстро и качественно, можете не сомневаться. Хотя многие отказались бы выливать пиво, даже если оно просроченное. Правда? Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Еще один представитель торговли в нашей подборке самых быстрых работников. Этот парень не только быстро пробивает продукты, так он еще и складывает вам их в пакеты, параллельно сортируя. Только посмотрите, как крутятся продукты в его руках. Надеюсь, в наших супермаркетах тоже появятся такие работники. Тогда мы и забудем об очередях. А эти кровельщики готовы переодеть вашу крышу в считанные минуты. После их работы часто заказчик не верит, что все выполнено достаточно качественно. Но гарантии компании от протекания крыши – многолетний опыт работы. И данное видео является доказательством того, что эти ребята – настоящие профессионалы своего дела. Жонглирование само по себе – занятие не из простых, которое требует ловкости рук, координации движений и концентрации. Но чтобы устроиться в самый знаменитый цирк Дю Солей, ты должен уметь жонглировать не только быстро, но и закрытыми глазами, стоя на одной ноге. Поэтому любителям жонглировать всегда есть к чему стремиться. Просматривая это видео, складывается впечатление, что этот парень не мерчендайзер, а директор магазина, производитель этих чипсов и президент компании в одном лице. Поэтому он так спешит, не жалея своих коленей, чтобы успеть еще много чего сделать за этот день. А о чем подумали бы вы, увидев такого сотрудника в магазине возле дома? Приезжая на отпуск в экзотические страны, хочется максимально полезно проводить свое время, не тратя его на ожидание блюда в ресторане. Этот уличный торговец давно понял это и не заставит вас долго ждать. Вы не успеете получить сдачу, как свежие фрукты уже будут готовы к употреблению. Как же приятно, когда кто-то ценит ваше время.
В этом уличном семейном фастфуде все знают, что финансовое состояние семьи напрямую зависит от количества людей, которых они смогут накормить. Поэтому скорость приготовления здесь намного превышает таковую у конкурентов. А незабываемый вкус оладьев с джемом заставит вас вернуться в это место еще не раз. Чему только не удивишься в этой жизни. В этом видео парень не очень любит работать. Но чтобы больше отдыхать в рабочее время, он научился план на день выполнять в два раза быстрее. Только посмотрите, насколько быстрее его движение, чем у парня на заднем плане. Недаром кто-то очень мудрый сказал, что лень – это двигатель прогресса. В свое время фермеры заметили, что чем меньше нервничает овца при стрижке, тем быстрее у нее отрастает шерсть. Поэтому у всех новеньких фермеров обучают быстрой стрижке овец. Впоследствии это действие даже обрело соревновательный дух. Кстати, мировой рекорд составляет 867 стриженных овец за 9 часов. Девушка на этом видео, пусть и не соответствует нашей теме, но однозначно заслуживает лайка и внимания. Поверить в увиденное сложно, ведь далеко не каждый парень может отжиматься на одной руке. А тут довольно хрупкая девушка отжимается от пола на всего лишь одном пальце. Это воистину удивительное зрелище. Любите дело, которым занимаетесь, не ленитесь, и тогда успех не заставит вас ждать. Ведь талант вторичен, главное упорство и старание. Не забудьте подписаться на мой канал, до новых встреч, пока!